человек? Да. Ну, все-таки присутствует вот это вот старое воспитание, когда мужчина глава и хочется... Традиции, вы так сказать, любите, да? А девушка должна хранить девственность до свадьбы или нет? Давайте к традициям тоже вернемся. Ну, вы тоже скажете, что это традиция. Наверное, как она посчитает нужным. Тогда получается и что парень не должен платить, а как посчитает нужным. Опачки, да? Я даже капюшон сниму. Нет, ну тут просто такая тема. Не, ну смотрите, вы говорите традиции, пусть платит. Я говорю, значит, должна чистую хранить, чтобы мужчине достаться чистой. Нет, я, наверное, неправильно поняла ваш вопрос. Мужчина не должен, вообще никому ничего не должен. Мы познакомились. Просто... О, смотри, познакомились, там пошли, посидели хорошенько. Я говорю, давай счет распилим. Твоя реакция. Ну я потом с тобой не встречусь. Почему? Не знаю. Ну это бытовая проституция, нет? Типа я тебе что-то должен. А как же любовь, чувство, понимание, уважение? Есть перспектива, и хочется свою жопу пригреть, как бы...